Хочу сразу сказать, сегодня первый раз выступаю в таком формате. Ксения Шостакович, которая композитор, который будет меня аккомпанимировать, она также споет несколько песен, которые сама написала, на мои стихи. Теперь мы начнем. Ксюша Шостакович и Растахова. Послушай меня, уставшего от всего, что вокруг происходит. Мне в радость вести себя, как идиот, и брюки носить не по моде. Послушай меня, уставшего лгать, сто раз потерявшего друга. Мне нравится пить, и мне нравится спать, а также к стыду разлука. Послушай меня всем слухом своим, всем телом, душой и сердцем. Мне осточертел на лице моем грим, и время пришлось стереться. Поэтому я выхожу из кулис и долго смотрю на лица, впервые как личность, не как артист, пришедший обогатиться. Так глядя в глаза и разинув рот, я нет, что и черту не снится. Но зал слушал меня, уставшего от всего, что вокруг творится.